Двое на диване, за столиком в кафе, где я третий год оставляю чудовищные суммы, просто потому что тут меня, как рыбку в аквариуме, не трогают и кормят. Так вот, за столиком двое очень молодых людей. Это смешно, я впервые говорю о людях, что они молодые. Так вот, двое сидят обнявшись 4 часа. Я успеваю сделать свою работу. Съесть несколько сложных, красивых слов. Гуакамоле, шиитаке, карпаччо. Они сидят обнявшись. Я успеваю пожурчать в чате, порычать в комментариях, поучаствовать в совещании по телефону, съесть набор 3-стопный хорей, рислинг, чеддер, груша. Они сидят обнявшись. Вбегают нарядные люди. Фотографы, ассистенты, осветители размахивают лампами, отражателями. Девушка в шарфе говорит девушке в платье: «Не зажимайся, ты просто идешь по кафешке, тебе хорошо». Я понимаю, что сижу в модном месте. Они сидят обнявшись. Девушка в шарфе раскладывает штатив, что-то щелкает громко. Мои вздрагивают и сжимаются, но продолжают сидеть обнявшись. Не ерзают, как люди, которым негде. Не щебечут, как люди, которым есть где. Просто застыли во времени, подпирают друг друга. С вами был ежегодный, одинокий верлибр о любви. Но только не надо думать, что это была любовная лирика. Это вообще не лирика. Это физика усталости. Друг без друга. But somehow